И первый номер. Все, Андрюш, можете делать. Саша, чуть-чуть сюда подвиньтесь. Вот туда на угол. Во, молодец. Коля, туда на угол. Да, а вы чуть-чуть назад, Андрей. Вот так, да. Все. Делаем по 5 бросков и меняемся. По три броска делаем. Раз. Отлично, Артур. Три-три-три-о. 100 бросков. Мишка, Миш, ты держишься за него. Ты кувыркни. Нет, вы делаете любой бросок. Любой? Да, тем более подумайте, идет. Вы можете делать, кстати, у вас сам. Он не делает, а вы делаете. Вы любой делаете. Если не делаете, то не страшно. Хорошо. Так что, если по 50, скажите по 25. Хорошо, не очень. Отлично. Ты же вообще в движении сделал красота. Отлично. Thank you.
Так. Стоишь высоко. Стоишь высоко? Ну, падай. Ты чуть-чуть возьмешься. Я сейчас отойду. Видишь, да, вот ты сейчас раз, пошел сюда и потянул, и он полетел хорошо. А если не тянешь, то он не бьешь. Нет, он за поезд должен. Очень бедный. Уже плохо.
Высокий партер. Кто будет высокий партер?
кто будет стоять, кто здесь отсюда что-то будет делать. Я должен зайти туда, сесть на него верхом. Если не буду, буду убивать. Все. Ты делаешь 50 отжиманий, приседание пресс. И приседание отжимания пресс. И отжимаем. 5 минут и боремся. Это я вам скажу, я машина вас. Чтоб все? Или лично ладно. Что, как же я с ними поступлю? Нет. Соберемся все. Алло, да. Да. По правилам, говорится, ну как по сам. Да, проски на все тело. 4 балла, то есть если есть чистая победа по брыскам. Да. Сколько стоит? Со стойки 8. Как и посадка? 8. 8 и все. Да, сделать 4 балла, удержание 4 балла. Разница 8. Или просто 8. Нет, разница 8. Ага. Да все свободен, что мы будем. Взвешивание разбухости или нет? Или мы заранее все будем взвешиваем? Просто их взвесим, и мы сядем. Мы сядем, как сейчас. Просто у меня случилось. Да, вас это надо. Да, поэтому я заранее сделаю. Места мало. Да нет, когда много места, всегда найдут этот кусочек, там где нет. Нормально, сейчас они меня поборются. Раз, два, три, четыре пары борются. Это, слушай, это там девчичка там заворачивает. Да, 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 да. Там был ты на стойке. Там у нас новый зал. Новый зал. 700 квадратных метров. Это зал у нас. Что тебе? Не разрушили поставить? Нет, мы его купили. Можно. Короче, как мне туда добираться? Сфера, прямо дают. Какой интересный сфера? Иди сюда. У меня к тебе просьба. Зайди, посмотри там, вот, где народ, то есть не первый, а второй. Сбоку здесь наши там ручка какая-нибудь, какую-нибудь ручку. Я просто сколько? Раз, два, три, четыре. Такси возьму и отправлю сюда. Получается, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Брата день рождения? Давай все сделаешь, оденешься, возьмешь брата и поехал. Ну, если нога ближе. Тебе надо, сейчас ударишь еще больше.
А так, все сделаешь 50 раз, пойдешь 50 раз, попросишь, пойдет и домой. Ну, все раскинь. Да. Во сколько чай уже? Я хочу взять все. Стойко! Ваток, идешь к сербу. Денис, идешь к Артуру, пожалуйста, куратор, ты остаешься в стойке. Боремся! Боремся в стойке. Еще раз, я сказал каждого. Вот смотрите, у вас вот три мата. Раз, два, три. Вот эта половина. У вас эта половина. У вас это. Вы здесь. Прикрой, пожалуйста, дверь. Еще раз, это не борьба. В смысле борьба, это рандери, то есть поиграть, то есть аккуратно, быть, во-первых, аккуратно, можете идти любой бросок. Просто не быть расслабленным и не упираться очень жестко, в то же время быть очень внимательным. Я это спонсор. Это но меня нет, но я наблюдаю. Пока меня не было, мне же кто-то уже снять поставил. Звонят с ним. Так. А мне с ним партитуру не поставили. Да Борис какой, и пацану под дзюдо джиу-джитсу, чем будет просто Борис. Он борется под дзюдо. Хаджаме, и через 3 минуты начнем борьбу. И короче, подумай. Так, все. Нет, давай. Еще раз, за диплом, и вы не оплатите ее здесь одной. Еще раз, диплом. У вас есть диплом? Есть. Вы делаете диплом, можете уйти бесплатно. Здравствуйте. Сколько? Это все хочу. Ну, посчитаем. Посмотрим, что у меня есть, что у меня есть.